Дорогие друзья, всем привет. Извиняюсь, что так вот в темноте, как говорится, абы как, непонятно как. Правда, вот клянусь, некогда вообще что-то снимать, монтировать, о чем-то думать. Уволился с той работы, где я работал до этого, на китайце-самосвале. Я уволился, устроился водителем-экспедитором в одну транспортную компанию, это Вилла Магаданс, как говорится, застрелиться можно. Не будем, в общем, контора может и нормальная, я работать может и нормально. В общем, я поработал там сколько, 2,5 месяца уволился. Сейчас вот в такси, сегодня 30 декабря, кстати, канун Нового года, через день Новый год. В такси сейчас заказы идут, поэтому работаем. Я без колпака, без бороды. Ну, честное слово, вообще, новогоднего настроения у меня нету. Но, тем не менее, так как Новый год к нам приближается, хочу всех поздравить с наступающим 2023 годом. 2022 действительно был нелегкий год для многих. Хочу пожелать в 2023 году. Пусть будет у всех здоровье, счастье, радость, удача и благополучие. Самое главное, это, конечно же, здоровье, чтобы все были здоровы. Будет здоровье, значит, будут деньги, все будет. Ну, главное, да, здоровье. Важнее здоровья ничего в жизни нет, наверное. А будет здоровье, будет хорошее настроение, правильно? Ладненько, всех обнял, заплакал. Еще раз всех с наступающим. Всем пока-пока, я поехал дальше работать.